Приветствуем вас, дорогие абитуриенты! Меня зовут Валентин Адонин. Меня зовут Александра Конищева. И в этом выпуске видеоблога приемной комиссии мы расскажем вам о том, как учитываются индивидуальные достижения в НИУ БелГУ. При поступлении в НИУ БелГУ вы можете дополнительно получить 10 баллов. За что даются эти баллы? За победу или призовое место в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионство мира и Европы, первое место на первенстве мира и Европы по олимпийским видам спорта, а также за золотой значок ГТО и удостоверение к нему. За эти достижения вы можете получить 1 балл. За аттестат или диплом с отличием вы можете получить 3 балла. За победу или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников вы также получите 3 дополнительных балла. Кроме этого, 3 дополнительных балла вам обеспечивает победа или призовое место на межрегиональной полипредметной олимпиаде школьников НИУ БелГУ и других олимпиадах, проводимых на базе университета, а также наличие звания мастер спорта. Для подтверждения результатов вам необходимо предоставить приемную комиссию документы, дипломы, свидетельства, удостоверения и так далее. Помните о том, что учитываются результаты 10 и 11 классов. Приятный бонус! Поступить в НИУ БелГУ можно без вступительных испытаний, являясь победителем или призером олимпиад из перечня Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Также победители или призеры олимпиад из перечня могут получить 100 баллов по предмету, соответствующему профилю олимпиады. А теперь перейдем к вопросам. Я победитель 1000 олимпиад и творческих конкурсов. Буду ли я зачислен в первую очередь? За индивидуальные достижения, независимо от их числа, вы можете получить не более 10 баллов. Поэтому внушительная стопка дипломов не поможет выйти в топ рейтинга. Я волонтер, имею подтверждающие документы. Сколько баллов я смогу получить за волонтерскую деятельность? Волонтерская деятельность в нашем университете не учитывается. За какой период учитываются индивидуальные достижения? Не более чем за 2 года до поступления в университет. Подробную информацию об индивидуальных достижениях вы можете найти на нашем сайте. А в следующем выпуске мы расскажем вам о том, что такое рейтинг абитуриентов и как понять свои шансы на поступление. С вами были Александра Конищева и Валентин Адонин. И мы желаем вам успешного поступления!